Нашей прекрасной участнице в клинике движения было выполнено две процедуры. Первая – ботулинотерапия верхней трети лица, чтобы ликвидировать гипертонус мимических мышц лба и межбровья, избавиться от негативных эмоций и горизонтальных морщин на лбу, проводится несколько безболезненных инъекций. Спустя две недели мы оценили результаты и приступили к объемному моделированию средней трети лица. С возрастом костные структуры теряют свой первоначальный объем, мягкие ткани опускаются вниз, придавая лицу усталый вид. Мы восполнили объемы филлером на основе гиалуроновой кислоты, чтобы вернуть отдохнувший и свежий вид. Результат заметен сразу, однако полная коррекция наступает через несколько дней. Эффект сохраняется около 15 месяцев. Важно, что данные процедуры выполняются врачом-косметологом, имеются противопоказания. Ирина, поздравляю, наша процедура закончена. Теперь соблюдайте рекомендации поведения, да, после процедуры и жду вас на осмотр через 2 недели. Как вы себя чувствуете? Было ли больно? Нет, процедура прошла практически безболезненно. Я практически ничего не чувствую. Анестезия, мне кажется, здесь не нужна совсем. Девчонке не больно. Самое главное.